Привет, ребята. Привет. Кардио. Буквально 20 минуток перед сном. Сегодня покачала буквально полтора часика. Нет, часик меньше. Спину. А сейчас немножко кардио. Я ведь готовлюсь. Сушусь. Готовлюсь на соревнования в Мадриде 27 мая. Поэтому, Юлечка, привет. Поэтому кушать нельзя много. Нельзя кушать много плохих продуктов. Сушечка. Как больше будет? Нет. Вот так. Что это за штучки такие? Прессик. Показать ему прессик. Сейчас. Ну ладно, хватит. Как ты сама составляешь себе программу? Ну как, в голове все, держу, иду и треню, и все. Соревнования у меня 27 мая в Мадриде. Мадрид Элит Про. Там будет, кстати, большая конкуренция, порядка, наверное, 20 девочек, я думаю, будет в моей категории. Уже, по-моему, 14 есть. Вот. 1200 калорий, это нормально, конечно. Но смотря для кого. И, возможно, даже, я бы даже сказала, из чего. В Киев. Кто там про Киев? В Киев приеду, конечно, обязательно. Проездом буду. Удачи, спасибо. Сколько раз в неделю занимаюсь? Где-то 4, наверное. Для полных. Так нет, понимаешь, тут не калории важны. Полные люди должны худеть за счет углеводов. То есть белки там примерно 2 грамма на килограмм веса, жиров 0,7 или даже 1 грамм на килограмм веса. И углеводы регулировать от 1 до 1,5 граммов, до 2 граммов. Вот. Естественно, они должны быть сложные. Сколько ты на кардио? Да я всего лишь 7 минут пока что. Я буквально еще 10 минуток и все. Клетчатку я не пью, нет. Я просто в рацион не использую отруби, ну или ту же клетчатку, только сухую. Ты молодец. Когда лучше ходить в зал, вечером или утром? Все зависит от ваших физиологических часов, как вы себя хорошо чувствуете или плохо. Ну, к вечеру или... не к вечеру, днем. Удобнее все, потому что углеводы и еда, которую вы съедите утром, должны до вас дойти, переработаться в энергию, которую вы потратите на тренировки. Просто если тренироваться рано утром, то энергии у вас не будет. В спортпит я использую VIP-Lab. У меня сегодня даже штаны. VIP-Lab. Вот. Так что вся в VIP-Lab. Кстати, сегодня, кажется, Денис Гусев выиграл в американском турнире Men's Physique, занял первое место. Денис Гусев, я тебя поздравляю, ты вообще крутой, молодец. Теперь давай, представляй Россию на Олимпии следующей, будем за тебя болеть.
сколько упражнений вы делаете. Все по-разному. Вот сегодня я просто пришла поздновато на тренировку. И сколько я сделала? Я даже не знаю. Наверное, упражнений 6. Честно, не знаю. Не считала. И иду и делаю просто. Вика первая в абсолютной категории, где Вика. А, наша Викуся, молодец. Сколько грамм белка у тебя в день? Сейчас где-то 2-2,5 иногда. Цитуриан, молодец. Викочка, Викуся, я тебя поздравляю, ты умничка. Умничка, молодец. Сколько килограмм еды примерно нужно кушать в день? Ой, килограмм еды не знаю. Как убрать приводящую мышцу? Ну, сходить можно к этому, к хирургу и отрезать ее. Яна, что вы кушали на завтрак? На завтрак я кушала 3 яйца вместе с желтком. Потом я поехала на пляж. Там я что кушала? Курицу, кусочек. Потом пришла, еще съела курицу. Пару хлебцов. Что-то еще. Орешки. Салатики. Не вредно так поздно кардио. Да у меня не совсем кардио. Я ж не час хожу. У меня всего 10 минут. После тренировочки немножко, так сказать, закольцевать мою тренировку. Выразилась. Просто хочется походить. Вот и все. Сегодня просто лежала много на траве, на пляже. Вредно, знаете что? На ночь. Вредно кушать на ночь. Сладкое. А Яна обязательно кушать 5 раз. Для хороших результатов? Да. Честно, обязательно. Обязательно. Нужен режим. We love you. I love you. Спасибо. Сколько калорий у тебя в день? Ни калорий я не считаю. Купила пила БЦА после вашего совета. Очень понравилось. Спасибо вам большое. Пожалуйста, обращайтесь ко мне еще. И обязательно используйте мой промокод. Все-таки 15% скидка на дороге не валяется. А какого вы вкуса купили БЦА? Их там много. Можете причислить свои спортпит, которую употребляете. Ну, наверное, все не вспомню. Л-карнитин, БЦА, глютамин, аминокислоты, спрессованные в таблетках. Протеин сейчас не пью. Лин иногда в меня входит. Но не сейчас. Батончики тоже иногда. Но это же не спортпит, да? Ой, омега-3,6,9 или омега-3, лецитин, КЛА, куркумин, Q10, магний. Вот. Яна, скажи, пожалуйста, как сделать мышечную массу более рельефной? Убрать после 14 углеводы, только оставить белок клетчатку. Да не надо убирать углеводы, вы что? Нужно просто убрать плохие продукты. А углеводы вы обязательно кушайте. Обязательно. Ну, после 7 вечера, конечно, можете их уже не есть. Сложные. Как относитесь к диетикету? Нормально отношусь, но не пожизненно, естественно. You are a sexy woman. Thank you so much. Кардио перед силовыми или после? Может, и после лучше? Да нет, если вы хотите нарастить мышечную массу, то кардио, в принципе, вы можете так, чисто для сердца делать 1 или 2 раза в неделю. Вот. А чтобы наращивать массу, надо делать силовые тренировки с отдыхом. И все. А то вы будете на силовой растить вроде как. А когда вам надо будет время на восстановление, вы будете кардио бахать. Не то. Не то пальто. Яночка. А так вами восхищается перед вами Вознесенск. Спасибо. Теперь красава всегда ваша.
победам фотосессии. Всегда рад. Спасибо. Спасибо. Я узнала. Сохраните, сохраню обязательно. Сколько белка и углеводов у вас в день? Углеводов по-разному, а белка грамм 100, 120, иногда 80. Фанта! Привет, Фанта! Фанта, привет, Фанта! Потанцуй с Фанта! Знаете такое? Ой, как качать ягодицы при грыжах поясничных. Да, в общем-то, все то же самое нужно делать, просто вы должны чувствовать свое тело. Старайтесь, ну, не совсем избегать осевых нагрузок. Все-таки грыжи-то тоже надо немножко лечить, исправлять. Поможет врач. Вообще совместная, совокупная работа. Вот. Ну, а закачивать мышцы спины вам тоже нужно. Можно ли делать низкоинтенсивное кардио при боли в горле? Почему нет? Я думаю, да. Кстати, знаете что? Плохо. Кондиционеры. Поэтому хочется вот так вот делать. И вот так вот ходить. Потому что на кардио дышишь чаще намного, и горло охлаждается. Мне вот это вот не нравится. После этого хочется прям в сауну посидеть, горячим воздухом подышать. Херсон. Ой, Херсон, как я тебя люблю. Я помню, была в Железном порту в 2008 году. Как все складно получилось. Как относишься к Вике Цатурян? Очень хорошо я к ней отношусь. Я очень рада, что она получила первое место. Я серьезно счастлива за нее. Умничка она, молодец, она выдержала столько турниров подряд. Это не каждый сможет. Как к арвинину относишься? Отлично. Перед тренировкой бахнула. Сколько у вас процентов жира? Без понятия. Кто б мне смерил? Померьте, пожалуйста, мне жир. Обожаю ваши прямые эфиры. Спасибо. Только все одно и то же. Все одно и то же в них. Я думаю, пользуйтесь счетчиком. Бежу, пользуюсь. Fat Secret. Покажите сбоку, плиз, как ты ходишь. В смысле? Не поняла, еще раз можешь. Сбоку, плиз, как ты ходишь. Яна, худею, вес вроде уходит, но мне скинуть 1-2 килограмма, прошить еще цветок. Скажи, нормально будет день тренировки повышать калории до 1600? Примерно в дне отдыха 1300, где-то рост 161, вес 49. Что-то ты многовато, по-моему, все калории взяла. Мне так кажется, многовато. Доброй ночи, спасибо вам за советы, здоровья. И вам тоже здоровья. Чувствуете эффект от кыла? Да. Да, я чувствую. Вздутия нет от спортпита? Нету. Хотите, покажу, что нету? Нету вздутия. Нет. Продукция Депилат очень качественная. Использует качественное сырье. Поэтому на себе испробовано практически все продукты. Кроме Гейнера. Гейнер не пробовала у них. Сколько граммов орехов вы едите? Такая, я считаю жиры. Если я в этот день кушала еще авокадо, например, или много яиц, этих желтков, тогда количество будет разное всегда. Сколько батончиков в неделю можно? Смотря какая вы. Если вы толстая, значит, вам можно 0 батончиков. А если вы... Ну, шучу, конечно. Не знаю, сколько можно. Если они на вас нормально действуют. Каждый день, короче, по коробке есть нельзя. Вот что я скажу. Ой. Друзья, мы понимаем, что клуб работает до 23 ноября. Убедительно просим вас не задерживаться. Через 15 минут клуб закрывается. Благодарим за внимание. Поэтому что нужно сделать? Нужно сворачивать удочки. Вовремя. Принимаешь витамины утром в течение дня. Днем забываю.
Таких можно только, да, два раза в день принимать. Виталабовские, если ты имеешь в виду. Хлеб это хороший, сложный углевод, и глюкозы не надо. Хлеб это не хороший углевод. Happy Mother Day to you and your lovely family. Какой у тебя рост? 162 и 5 или 6. Почти 163. После диеты кето не будет висеть кожа. Если сброс веса слишком быстрый, тогда кожа будет висеть. Если сброс веса постепенный, тогда кожа будет вас догонять. Линда, привет. Прибучка, количество жиров в день можно менять или менять только углеводы и белки? Конечно, жиры тоже менять. Ой, пока. Покажи, пожалуйста, сбоку, как ходишь. Вообще, хожу по-разному. Иногда вот так. На квадрике, на грузочке. Иногда вот так. На ягодице. По-разному. Иногда вот так. Как лягушка. Куда нагрузка? А хрен его знает. Короче, используйте тренажеры как хотите. Ну, в смысле, для мышц, конечно, их надо использовать. Но, ребята, все. Надо собираться. Ой, хорошо. Очень хорошо. А что хорошо? А хрен его знает. Что-то я это. Это я просто поела недавно. Чьи-то мне такое настроение хорошее. Я сама не знаю. Ой, мамочки. В общем, что я хочу сказать? Ешьте меньше сладкого. Вообще сладкое убирайте. Сладкое не нужно. Сладкое всем портит жизнь. А то на пляже все забираются куда-то там под кустики, лишь бы их никто не видел. Вот. Все, пока. Ой.